Я вот в марте месяце буду делать запрос Якушеву, что в связи с 70-летием Победы прошу всем детям войны установить материальную помощь. Уж установят, не установят, не знаю, но я себе такую цель поставила. О приеме депутата Тюменской областной думы Тамары Николаевны Казанцевой рассказывает лидер тобольских коммунистов, помощник Тамары Николаевны Юрий Болеславович Юхневич. Юрий Болеславович, спектр вопросов, с которым обращаются сегодня граждане, и о приеме расскажите, как он ведется и... Спасибо. Действительно, у нас при Тобольском городском комитете КПРФ, что находится по адресу 6 микрорайон 120Б, офис 9Б, открыта приемная Тамара Николаевна Казанцева, куда люди могут прийти со своим, и приходят со своими обращениями. И по мере сил своих возможностей мы пытаемся помочь людям в решении их насущных проблем. Сегодня прием организован, значит, Тамарой Николаевной. Мы дали объявление в социальных сетях, в местной прессе, на телевидении о том, что сегодня будет прием. И явка, конечно, меня радует, но с другой стороны огорчает, потому что у людей действительно сегодня существуют проблемы. Пришло на прием свыше 30 человек. Спектр вопросов сегодня абсолютно разный. Это и материальная помощь, это и получение ветеранства, это вопросы о детях войны, это вопросы жилья и многие-многие другие вопросы. Буквально в эти минуты Тамара Николаевна продолжает вести прием избирателей. Вы сами видите, сколько там людей находится. Поэтому вот работаем в напряженном сегодня графике. Я думаю, что... Прием будет до последнего посетителя, насколько я понял. Да, мы принимали график с 12 до 14, но Тамара Николаевна сегодня сказала, что с таким наплывом людей она будет принимать всех до последнего.